Всем привет, друзья! Вы на канале Dudaplay, и мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби». Ну и у нас такая мини-игра сейчас есть. Давайте поиграем, посмотрим, что это такое вообще за мини-игра. А, тебе нужно прожить 5 дней. И нужно посадить какие-нибудь растения сюда. У нас есть 3000 солнышков. Что мы будем садить? Давайте, значит, как сделаем. Я предлагаю... Сюда посадим такие вот растения, которые будут уничтожать зомбаков, которые будут стоять. Просто есть орехи, они ничего не поймут, почему они уничтожаются. Дальше. Я хочу вот этих еще посадить, которые будут стрелять двойными штучками. Так, хватает у нас вообще, да? Да, денег хватает, отлично. И теперь еще будем сажать сюда, который будет огнем, да. Так, раз, два, три, надеюсь, хватит там. Вот, отлично. Теперь вторую волну нужно посадить. Блин, не хватает у нас. Ох. Так, ну, в принципе, я думаю... Протянем. Можно еще такую, еще одну посадить. Куда посадим? Ну, давай сюда. Вот эта волна будет. Ну вот, уже интересно. Поехали. Да, не подумал я, знаешь, что надо было немножко по-другому сажать. Надо было вот этих, с огнем, которые сюда посадить. Сюда еще орехов. Точно, вот это вообще будет непобедимая версия. Ну ладно. А если будет слишком много денег, я поменяю, как бы я их высажу в эту сторону, туда орехов посадим. Но я думаю, денег много будет, все равно. 5 дней. Да, огнем они прям отлично уничтожаются. Может быть, даже все нормально будет. Либо просто мы будем орехи заменять, скорее всего. Да. Они даже не успевают дойти до колючек. Вот они как бы пытаются дойти до колючек. Но они умирают от огня. Мы не будем использовать замораживатели, потому что это не особо смысла нет замораживателя так ставить. Вот такая вот огненная, конечно, прям очень-очень хорошо так их уничтожает. Так, посмотрим, побежит, нет она. Вот смотри, перепрыгнула. И сейчас начнет их жрать. Ага, не успела. Ну, в принципе, если они их даже сожрут, я сюда буду орешки ставить. Да, но они не успевают их, кстати, сожрать. Так, ну скоро эта волна закончится, нам дадут денег, и я еще сюда вторую линию буду сажать горохострелы, чтобы их больше было. О! Сколько у меня там монеток? Так, вторая толпа идет. 375, немного. Очень даже мало. Значит, сделаем так. Сюда посажу. Потом... А, 175 осталось, да? Ну, давай колючку. Колючку я еще буду... колючки садить. Так, ну все, денег уже нет. Все, поехали. Посмотрим. Справится ли моя защита от вот этих вот зомбиков. Так, прыгунья бежит. Вот, но она здесь не добежит. Все. Хорошо. А здесь колючки. Она сейчас начнет по колючкам бежать. В принципе. Да, не сильно она много и бежала. Блин. Ладно. Нам нужно еще больше денег. Больше посадить. Либо, знаешь как, делать линию просто еще ближе. Да, линию ближе делать. Пусть у них больше времени будет дойти до ореха. Пока они до него дойдут, они уже все сдохнут. Ну, в принципе, пока работает моя теория. Колючки, они как бы не сильно много отнимают здоровья, смотрю. Так что на них акцентировать внимание, может, и не стоит слишком.
Блин, начала жрать этот дупло вот это. Ага. Ну что, давай уже, погибай. Не, смотри, он начал орех жрать. Чуть-чуть пожрал ореха. То, что у меня двойные колючки, это прям очень здорово. Ой, прям очень много их стало, я не знаю. Много зомбиков. Ну, интересно, интересно. Так, сколько у меня? 375. Чего так мало дают монеток? Солнышков этих. Так, очень-очень мало. Что делаем? А, давай посадим куда-нибудь сюда вниз. И еще есть, да, у меня? А, нет, все, денег уже закончились. Ну давай, ладно, колючку. Куда еще посадить колючку? Нет, пока не буду я колючку садить, все. Нет, не буду я садить колючку. Поехали. Немножко денег сэкономлю. Оставлю немножко денежек. А, там, где у меня, получается, нет горохострелов, вот здесь, да? Есть двойные колючки. Как бы это немножко компенсирует. Малое количество горохострелов. А здесь, в принципе, они должны справиться. Так, это у нас сколько волн-то прошло, интересно. Вторая, кажется, волна. Я помню, они потом такая прибежит. Очень-очень много зомбиков прибежит и все сожрет. Точно, я помню этот момент. Ну ладно, подождем, дождемся. Получится, получится. Нет, нет. У нас еще кувалдочка есть. Надо не забывать об этом. Да, либо потом следующую дорожку, просто меньше их садить. Вообще, капец, я не знаю. Успею, успеют они или нет все уничтожить. Но серия прям интересная будет. Если не эта, то следующая серия я по-другому буду сажать. Прям вот очень интересно будет. Так, это сожрало мне эту штучку, прикинь. Блин, давай посадим. Надо было не сюда садить. Ё-моё, я забыл. Надо было подальше садить. Ну, ничего страшного. Так, у меня вообще ноль монеток солнечной энергии. Ой, да-да-да-да-да-да-да. О, так, забираем солнышки. Сколько у нас там? 375,5. Так, ну тут, в принципе, они, видишь, они экипированные лучше. У них защита мощнее. Так, давай двойную сюда ставим. Видишь, у меня все, деньги сразу заканчиваются. Жаль. По-другому, ну, никак не получается. Давай еще колючку сюда наверх посадим. Так, вот они, зомбики. Ладно, давай, поехали. Надеюсь, справимся мы. Не знаю, конечно. Блин, какие они активные, смотри. Ох, она сожрала, представляешь? Ну все, эту линию, мне кажется, съедят, это точно. У меня монеток нету. Это только два. Я только один горохострел и орех покушанный. Прям конкретно причем. Но они его сейчас орех съедят и пройдут. Да, если так будет, это будет печально, печально. А может не успеет, слушай. Блин, ну давай, давай. А вот эти как бы, ну, все здесь хорошо. Нам, тогда я не буду больше колючек сажать, нафиг оно надо. Колючки малоэффективны. О, и сверху, смотри, сожрала. Огонек. Пенек, огонек. Съела она его. О, монетка. Блин, я монетку не пропукал. На, короче, слежу за монетками. Ну все, смотри, толпа идет. Вот я не знаю. Вот этот, смотри, урон, посмотрим, как нанесется. А, да никак практически не наносится. Все ясно. Все ясно, что все очень плохо. Ну все, проиграл я. Тут и никакой защиты у меня нет.
Я не знаю, в чем прикол, но посередине прям такая толпа пошла, прям огромная. Почему? Не внизу, где я там такую... Да, проиграли мы, проиграли. Ну, не будем расстраиваться, ребятушки. В следующей серии я по-другому буду все сажать, и будет интересней. Так что обязательно смотри, скорее всего, завтра выйдет новая серия, где я по-другому буду сажать. Эх, ну в любом случае, поставь лайк этому видео и подпишись на канал, если ты еще не подписан. И напиши комментарий или привет передай. Все, пока.